Ханты-Мансийск стал площадкой для кинематографистов из Индии. В городе проходят съемки фильма «Снежный цветок» режиссера Ганджендры Ахири. Для создания драматической истории киногруппа осматривает объекты и подбирает декорации. Дарья Минаева расскажет о том, как проходят съемочные дни. В валенках и теплых куртках готовились кинематографисты, видно, к этим съемкам задолго до приезда в Ханты-Мансийск. И действительно, работают в похожих погодных условиях они не в первый раз. Снимали фильмы уже в Шотландии и Швеции. А история, по словам режиссера, обещает быть драматичной. В качестве локации телекомпания, храм, кладбище и небольшой коттедж, где по сюжету будут жить главные герои. Эта история о нескольких поколениях одной семьи. К сожалению, сын, он работал здесь, погибает, и родители вынуждены приехать в Ханты-Мансийск, чтобы провести похороны. Это будет фильм о состоянии людей, об их эмоциональных переживаниях, а также тесные связи между поколениями, между дедами, отцами и, соответственно, их детьми. Транспорт, реквизит, костюмы и оборудование. В этом съемочной бригаде оказывает большую поддержку наш округ. О съемках авторы и представители Югры договорились еще на международном фестивале «Дух огня». У Индии тогда был особый статус страны-гостя. Надо отметить, что между Российской Федерацией, правительством Российской Федерации и Республикой Индии подписано такое соглашение о межстрановом сотрудничестве в кинопроизводстве. И в данном случае наш проект является первым в реализации вот этого соглашения между двумя странами, первым опытом. Поэтому мы тестируем те возможности, которые созданы на сегодняшний день. Что хочется отметить, это нашу хорошую базу с точки зрения локаций, с точки зрения наличия кинопроизводственного оборудования, с точки зрения наличия компетентных кадров, которые сосредоточены здесь. Режиссер Ганджендра Ахири фильм с югорским колоритом, говорит, покажет всему миру. Его премьера ожидается уже в начале следующего года на Берлинском кинофестивале. Дарья Минаева, Вести Югория, Ханты-Мансийск.